Всем привет! Маш, поздоровайся! Привет! Ребята, у нас вечер уже. Мы занимаемся тем, что хотим сделать салат. Я недавно была у подруги. И знаете, она сделала свеклу с сыром и с чесноком. Слушайте, я так хочу свеклу. Мы делаем. Я чищу. Маша трет свеклу. Катя трет сыр. А чеснок мы добавим сушеный. У меня, по-моему, пакетик сухого чеснока есть. И вот решили вечерком сделать. Сегодня, ребят, ничего не снимала, потому что у нас гости приезжали в баню. Поэтому вот так вот. Завтра я уже еду в Пермь. Честно? Очень сильно переживаю. У меня приехал на выходные Ильюша. Сейчас он ушел, гуляет со своей девушкой. А мы решили приготовить салатик. Я ее называю намазку. Можно на хлеб намазать, потому что мы все трем это на очень-очень мелкой терке. Да, Маш, Маш, покажи, какие у тебя руки, пожалуйста, на камеру. Вот так вот. Девчонки мне помогают. А маленькие там играют. А, ребята, смотрите, как классно. Как хорошо растет лук. Прям так быстро. Быстро-быстро-быстро растет. Че, Оксаночка? Идите играйте пока. Я яблоко. А, ты яблоко чистить пришла. Оксана яблоко захотела. Так что вот такой вот у нас, ребята, вечер. Я почти вышила второе яйцо пасхальное ребятишкам в школу. Сегодня, надеюсь, повышиваю еще. Завтра повышиваю. Но если успею, то вышью. Не успею, значит, пойду в школу без поделки. Да. Я хочу раскрасить свое яйцо. Нет, мы его не раскрашиваем, мы его по-другому потом будем делать. Так что вот такие вот дела. Так, я всю, а нет, не всю. Я думала, я всю почистила, я не увидела там внизу. Свеклу сейчас дочищу, сделаем салатик. Сегодня у меня готовил муж. Он у меня приготовил сегодня опять борщ. Мне все подписчица. А? Да, открывай. Ну-ка, покажи мне сначала, сколько там получилось. Половина есть хотя? Нет, нету половины, я отсюда вижу. И стирай полностью второй кусочек сыра. Открывай и также на этой мелкой терочке три. Ну, это мало. Давай, давай, три. Я, Маша, потому что яблоко кушаю. Давай, Машенька, три тоже. Приготовила сегодня в целом борщ, поэтому... Сегодня все питаемся борщом. Да, меня спросили, несутся ли мои курочки. Да, ребят, курочки несутся. Яички есть. Я сейчас коплю яички на Пасху, чтобы не покупать. Потому что у нас в магазине 90, 100, 100 с лишним яйца. Вообще дорогие стали. Просто ужас. Катя сыр открывает. Давай, Маш, я потру, иди отсюда, руки мой. А то ты что-то стоишь так долго, думаешь. Очень уж долго трёт. Ладно, будем дальше тереть, потом покажем, какой у нас вкусный салатик получится. Если интересно, то оставайтесь, обязательно ставите. Да, меня спрашивали, почему я так и не сходила в парикмахерскую в этом месяце. Ну, потому что мне нужны деньги на поездку, поэтому я решила не ходить. Да и парикмахера не было записи. А, за садик тоже мне не получилось полностью заплатить. Я за Марину пока 500 рублей оплатила, а за Ваню 650. Потому что у Марины надо было там 700 или 800 с чем-то рублей надо было платить, а у Вани больше 1000. Потому что если бы я им полностью заплатила, то у меня бы не было денег обратно с Перми домой, чтобы ехать. Это получается. Ну, хотя бы частично, в следующем месяце полностью уже оплачу. Так что вот такие вот у меня новости. Да. Что-то еще хотела сказать, я забыла. Что-то меня спрашивали. Да, по поводу рассады я еще не пересадила. Я решила, что я с Перми приеду и пересажу. Пока так стоят. Но они хорошо у меня вытянулись, посутили. Завтра, может быть, пересажу, посмотрим. Так что вот так вот. Катя трёт, я тоже тру. Делаем салат дальше.
перцы у нас растут, но нынче у нас кошка уронила перцы. Муж ругался, я говорю, ну, наставил тут баррикаду, говорю, из стаканчиков, конечно, она прокинет, ей же интересно там, что там в стаканчиках-то. Ну, так я знаю, что она утром уронила, она сегодня у меня тоже цветок там в комнате уронила. Ну, она сегодня, говорю, она вообще любит на окно лазить и любит сидеть, знаете, за телевизором. Там от телевизора, видать, тепло идет, и она любит там сидеть. Или перед телевизором спать, вот как-то так. Да, Катюша? Катюша у меня ходит на танцы. Катя, вы выступать-то пока не будете, да? Когда? Скоро? Чего ты, Мася моя? У меня собака тут прямо опять передо мной сидит, танцует. Ладно, сейчас сделаю салат и покажу вам. Все, ребята, сделала целую миску. На хлеб мазать, по идее, очень вкусно. Слушайте, обалденно вкусно. Добавляла я сушеный чеснок. Можно даже еще добавить. Оно когда постоит немножко, еще будет вообще вкуснятина. Но в нашей семье оно долго не постоит. Маша, это Маша так делала. Сейчас хлеб нарежу и дам всем. Так что вот такие вот дела. Все, пойду деткам намажу и дам кушать. Всем доброе утро. У нас уже воскресенье. Это вы меня просили, чтобы не говорить, потому что у нас видео с опозданием на несколько дней идет. Машенька себе мажет намазку свекольную из сыра, из свеклы. А я хочу сделать майонез. У нас майонез закончился, вот надо сделать. Сегодня уже ночью еду в Пермь. Так что вот так вот. У нас время 10 часов утра. Я всегда добавляю и уксус, и лимон. Так. Ой. А лимон я всегда убираю на самый верх, чтобы дети не достали. Вот так вот. Добавила, можно теперь убрать. Муж на работе взял 2 дня отгула. Ну, он как бы сказал, жена приедет, я выйду на работу. Жена, если не приедет, потому что я не знаю, что там Пили мне скажет, что и как. Поэтому в случае чего, давай поставлю. Он готов будет сидеть с детьми. Так что вот такие вот дела. Так, блендер. Я постоянно блендер убираю в коробку. Горчица вот с такой маслом. Постоянно убираю в коробку блендер. Так что вот так вот. Как-то так у нас все происходит. Масло растительное. Машу отправляю в магазин. У нас бегал, купила хлеб и масло вот такое вот. Какое-то прямо оно аж светлое. Так, сначала это все масло вылью. А то у нас масло закончилось. Нынче с продуктами не получилось. Закупка продуктов из-за того, что мне за квартиру много вышло, за садик частично оплатила, все вот это вот. На закупку не хватает. Но ничего. У меня еще запасы есть, поэтому ничего страшного. Так, все, масло налила. Все, делаем майонез. У нас уже день, время 12 часов. Я пошла подруге поставить кофе. Она мне позвонила, придешь, говорит, я говорю, конечно, приду, куда я нафиг денусь. Да, Тайсон, муж ушел на работу. Ему сегодня к обеду надо было, он ушел на работу. Ну, а мы идем до подруги ставить кофе. Тайсон! Всем добрый день, дорогие друзья. Пытаюсь настроить телефон, но пока что-то не очень получается у меня это. Во, настроила. По поводу того, что я купила Свете все к маникюру.
У нас это деньги не сейчас вот прямо взяла и потратила, потому что у меня нынче нет финансов. У нас мы откладываем, я завела отдельную копилку, куда мы откладываем денежки для того, чтобы купить то, что маникюрное, потому что мы хотим научиться, мы хотим этим зарабатывать. Так, да, мягко говоря. Ну, среди наших знакомых, как говорится. Поэтому мы откладываем там, когда по 50, когда по 100, деньги подкопились, пошли купили то, что нам надо. И в этот раз также у нас подкопилась определенная сумма. Мы пошли, обговорили, что нам надо, и купили все, что надо. Поэтому сейчас мы начинаем откладывать на эту фрезерную машинку. Поэтому не пишите ерунды, что взяла, потратила деньги. Я не свои трачу. Я трачу, которые мы подкапливаем специально для этого. Сейчас, вы знаете, многие маникюры делают на дому маникюры и этим зарабатывают. Я бы тоже хотела, но сначала я буду учиться на себе. Света будет на мне учиться, я буду научиться. И будем, а потом уже только я, может быть, рискну на ком-нибудь сделать. Так что вот такие вот дела. Так, и хотела показать, я вышиваю второе пасхальное яйцо девочкам в школу, сколько я уже вышла, вот. Надеюсь, сегодня успею до 11 часов вечера вышить. Все, сегодня у нас вербное воскресенье, всех с праздником. Делать определенно ничего такое нельзя, поэтому сильно ничего такое делать не буду. Да. Извините, пожалуйста, просто сегодня у меня опять горло болит. Поэтому вот так вот немножко приходится. Знаете, такое ощущение, как будто комок в горле стоит, я не глотнуть ничего не могу. У меня такое частенько бывает. Поэтому прошу прощения. Так, ладно, надеюсь, я на ваш вопрос ответила, поэтому прошу не судить строго. Ну вот. Нравится ребенку заниматься маникюром. Да лучше пускай она маникюром занимается, чем где-нибудь будет она в подворотнях лазить. Это мое мнение. И мне кажется, многие со мной с этим согласятся. Лучше пускай, вот многие меня также ругают, что я покупаю рукодельные или там вот эти картины по номерам. Да, кстати, последний раз еще мы одну картинку купили. Вот такую вот поняшку. Еще одну взяли. Раскрашивать по номерам. Да, ребята, я трачусь на рукодельные. Но зато я знаю, что мои дети нигде не гуляют, нигде не лазят, они занимаются рукоделием. И мне кажется, это очень хорошо. Лучше пускай они дома сидят, рукоделием занимаются. Чем будут они лазить по подворотням, вот как вчера тут видели, компашка малолетних, сидят, курят. Поэтому, знаете, лучше уж буду я рукоделие покупаться. Да, это затратно. И что? Зато они у меня молодцы, они у меня вышивают, они у меня раскрашивают, они у меня алмазками занимаются, они делают разные поделки. Они очень это любят. И нам даже подписчики присылают очень часто всякие вот такие вот, сейчас покажу даже, рукодельные наборчики. Вот. И как вы думаете, она готова? Эта птичка уже готова. Вот что мои дети делают. И я этому очень рада. Да, пишите, пожалуйста. Это, конечно, ваше мнение, то, что вы ругаете меня, то, что я все вот это вот покупаю. Вот это вот прислала нам подписчица. Огромное спасибо, ребенку очень понравилось ее делать. И мне тоже нравится все это делать. Схемка здесь имеется, по этой схемке можно еще кучу наделать таких птичек. Они делаются, кстати, очень легко. Схемки я эти никогда не выкидываю. Я их оставляю, потом маленькие подрастают и тоже на этих схемках учатся делать. Поэтому мне кажется, это классно. Вот все, что надо в комплекте было. И делается вот такая вот птичка. Огромное спасибо, ребенку понравилось. Сейчас мы будем, может, даже сегодня достану я им наборчик там снеговик, по-моему, или кто делать тоже надо. Потому что так сама попросила, вот достанем с ней. И будем делать. Так что вот такие вот, ребята, у нас новости. Если вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.